Гравитационная гимнастика. Взгляд изнутри. В свое время, когда я начал заниматься качалкой, там, тяжестями, это было... Начинай. Это был как раз у нас конец 60-х. Начинаем. Было очень-очень... Для большинства непонятное, что это тут люди зачем-то качаются. И, кстати, когда я смотрел фильм «Олимпия» про Джо и Бена Вейдера... После предыдущего занятия, или предыдущих занятий, чувствовалась нагрузка в основном на колени. Я ждал, когда колени более-менее восстановятся. О, Мурка пришла. И... Начинал занятия. А потом, когда вес еще более вырос, где-то 700, когда килограмм было, штанга на поясе, я почувствовал, что, как говорил Анатолий Иванович Самодумов, самая большая нагрузка на стопу. И вот стопа, так как-то она была расплющена, восстанавливалась после нагрузки. Ну, вроде как восстановилась. Поехали. Итак, там едут, а я продолжу. Работа, так мысли. Вот, про Вейдеров, братьев. Работа, мысли. Было непонятно, это в 50-х годах, когда они пытались создать спортзалы, в которых люди просто выкачались для того, чтобы иметь здоровье, красивое тело. Это казалось очень-очень каким-то... странным занятием. Народ курил, наслаждался жизнью, кто как ее понимал. Но вот в данное время все сбылось, народ качается поголовно, спортзалы, все это уже понимают, продаются пустующие товары и так далее, и так далее, и так далее. И вот наконец-таки вес пошел. Гравитационная гимнастика. Новое слово, хотя гравитационная гимнастика где-то аж в 70-х годах была создана в 72-м Самодумовым Анатолием Ивановичем. И для многих в настоящий момент люди привыкли качаться, растягиваться, там асаны, йоги, бег и прочее, прочее, прочее. Что-то им это непонятно. Я не буду вдаваться в теоретические рассуждения. Я расскажу вам, как человек, который изнутри прошел уже, ну, сколько там? В марте. Сейчас у нас февраль идет. Февраль-март, да? Ну, 11 месяцев отзанимался гравитационной гимнастикой. Неполных 11 месяцев. Причем отзанимался довольно-таки жестко. И вот свое собственное мнение. Да, упражнения необычны. Веса используются огромные. И в частности, вот этот тренажер, создатель его, Сергей Прокопьевич Кривых, и он, ну, и он считает, и я считаю, хотя есть люди не согласны с этим, значительно упростил возможность заниматься гравитационной гимнастикой. Я в свое время, когда узнал об этой гимнастике, попал в зал 580. Специализированный, я не, ну, будем говорить, понял, что дома я так заниматься не смогу. Это обязательно надо в спортзале и прочее, прочее, прочее. И как-то я к этому И вот этот тренажер. Сергей Прокопьевич мне рассказал, что дедушка,
Не надо. Сам самодумал Анатолий Иванович в первый год занимался довольно-таки жестко для того, чтобы дойти до результата 1300 килограммов. Так сказать, такой первый рубеж. Вот, не раз в две недели, как там советуется, не раз даже в 10 дней, в 7 дней, а вот чуть ли не каждый день. Ну, и я вот, как бывший качок тяжелого, атлет-любитель подъема весов, начал заниматься этим. Вот 600 килограммов. 600 килограммов я долго не мог поднять. Очень долго не мог поднять. Но тем не менее, вот вы видите, я уже это все поднимаю. Внимательно. А теперь я использую такой особый прием. Оказывается, гравитационная гимнастика, она позволяет. Дам тебе команду. В основном команда ее использую для того, чтобы раскрыть свои творческие способности. Значит, просто-напросто вот так ее. Сюда. Когда начинаешь ей заниматься, когда смотришь, думаешь, все так просто. Когда начинаешь заниматься, оказывается, не совсем так просто. И вот сейчас я использую, как бы сказать, энергетическую дугу. Естественно, ребенок, это моя внучка, она не сможет мне помочь поднять эти 610 килограммов. Но я сказал, вот именно желание помочь и, как бы сказать, вот когда человек поднимает вверх, направ свою мысль вверх, и уже этого достаточно, чтобы ее мысль соединилась с моим посылом, и этот вес был поднят. Удивительно. Есть. То есть ребенок не может вот так вот поднять, там, ну, сильно мне помочь. Но тем не менее. И начали. Удивительное. О, видите, как поднимается легко и просто. 620 я сели. Отлично. И да? Я понял, что сейчас понятно. Можно еще больше прибавить. Где-то давай можно было бы еще прибавить. И где-то 660, наверное, поднять. Но я просто не стал эксплуатировать ребенка. Ну-ка, стой правильно как? На штанге 640 килограммов. И вот смотрите, ей уже надоело, моей внучке, все эти мои вытребеньки. И она так, знаете, вот начали. Так, да только немножечко так. Вот раз, то есть штанга идет. Оторвал! Значит, все, в гравитационной гимнастике основное направление это... умение раскрыть себя с помощью поднятия тяжести. Чем больше тяжесть, это говорит о том, что ты уже научился управлять большим количеством энергии. Ты теперь уже можешь, ну, немножечко больше, чем раньше. И это действительно так. Вот я на себе потихонечку все это ощущаю. По крайней мере, что... если так сказать, по энергетике. У меня стало гораздо больше энергетики. Гораздо больше. На моих вот этих прямых эфирах это все чувствуется. Что касается разного рода там болезненных состояний, я просто чувствую, как они по мере повышения внутренней энергетики организма, заряжение клеток энергией, работы надкостной системы, особенно надкостным мозгом. То есть идет потихонечку улучшение здоровья, исчезают разного рода болячки, ну, естественно, увеличивается энергетика, и многие интересные вещи происходят. Много интересные вещи происходят. Кстати, вектор напряжения такой, чтобы как раз вот дать нагрузку на кость. Видите, вдоль идет сейчас руки нагрузка,
огромная нагрузка. И вот это вот как раз энергетика все это, знаете, пробивает. Очень хорошо, конечно, для суставов. Очень хорошо для суставов. И начал я вообще-то заниматься из-за того, что дело у меня шло к инвалидности. Я прошел МРТ, мне показали, что там межпозвоночные грыжи, протрузии и прочие дегенеративные изменения практически через каждый позвонок. А что делать? Ну что делать? Ответа не последовало. Так, будем наблюдать, да там какой-нибудь витаминчик колоть или еще. Ну ладно, вернемся к занятиям. И вот я стал заниматься намного чаще. То есть у меня в месяц выходило примерно занятия по 4 в среднем выходило, а то еще и больше. Значит, что тут я почувствовал? Конечно, немножко получается умение владеть энергетикой. Вот я 190 на 2 раза. До этого я особо не делал с такими весами. Сейчас 200 пытаюсь на 2 раза, но, по крайней мере, на 1 раз вышло. Вот оно, напряжение, и пошла штанга, вот она есть. Второй раз, увы, ничего не вышло. Вот, то есть я остановился на спине. Что касается спины, вот эта вот вся эта нагрузка. Я думал, что упражнения, ну вот эти еще тут лежа делается, ладно там. Первое тоже лежа делалось. И вот как раз вот эти вот упражнения, первое, которое лежа, дожим ногами, оно вправляет позвонки на свои места. Потому что у нас получается так, что поясничный отдел уходит внутрь и начинаются все вот эти вот боли и так далее. И пытается его вытянуть. Вот это упражнение, штанга на поясе, видите, 520 килограммов. Он тоже, когда я давлю ногами, то таз, происходит как бы раскрытие таза, и все, что ушло внутрь, оно становится на свои места. И вот после буквально таких первых занятий я почувствовал улучшение для поясницы. Причем существенное улучшение. Я как-то даже и недопонял. Ну вот, с учетом вот этих всех поясничных дел, я и приобрел этот аппарат Сергея Прокопьевича Кривых. И на нем занимаюсь. И значит, очень и очень я доволен. Не сразу, конечно, там происходит, как бы сказать, раскрытие твоих там талантов, скрытой потенции и так далее. Но я чувствую, дело идет. Дело идет, и самое интересное, оно как-то идет скачкообразно. Вот уже 600 килограмм. Раньше я не мог это сделать. Я единственный из всех занимающихся гравитационной гимнастикой заснял свои тренировки и выложил на своем канале. Вы уже можете посмотреть с самого начала, что я делал в марте, что я делал в апреле 2020 года и так далее, и так далее. Наконец-то, и вот что я делаю сейчас. В феврале уже 21 года. То есть все у меня наглядно и показано. Значит, с чем я столкнулся? Конечно, после каждой тренировки вот эти огромные напряжения, к чему они ведут? Они ведут к тому, что ваша энергетический скелет, можно так сказать, вот энергетический шаблон, по которому строится физическое тело, он
значительно уплотняется и усиливается. Благодаря этому, тому, что энергии становится больше, начинают идти разного рода вот эти все оздоровительные процессы. И плюс, естественно, начинают какие-то способности открываться. Пока я не дошел до тех весов, которые существенно раскрывают все эти способности, то есть, вот, допустим, я сейчас поднял 650, а вот когда я подниму тонну 300, это как раз вот 710. Будет одна из ступеней, на которой уже значительно раскроются способности потенциальные. То есть, видите, на какие веса надо выйти. Итак, сколько тут у нас? 710 килограмм. Вот я упер совете. Есть! Я радуюсь тому, что вот эти 10 килограмм говорят о том, что мои возможности возросли. То есть с увеличением веса... 710 есть, 720. Ваши способности возрастают. Вот одним пальцем... И вот я прошу теперь свою супругу для того, чтобы она мне помогла, вот это вот сделала энергетическую дугу. То есть, смотрите, всего лишь навсего пальцем. Естественно, пальцем женщина, она ничего-то не сделает. Но я сказал, должно быть твое желание. Твое желание соединяется с моим желанием. Это уже энергетика. И у этого все поднимает вверх, вот она пошла, видите, как она там напряглась, а я, опа, и есть. Почему я кричу? Потому что через меня прошла более возросшая энергетика, более возросшая. Два последующих упражнения, времени не остается, вот обед. И это приносит своего рода радость, это удивительный феномен. Хотя бы 2-3 подходика сделать. Радость. Что она кажется такой тяжелой, что ты ее еле отдираешь. И вот так вот потихонечку добываем вот эти вот килограммы, которые говорят о том, что идет улучшение тебя самого. То, что ты не мог вчера, можешь уже сегодня. Конечно, не так это все идет быстро, как хотелось, но тем не менее, перспективы огромны. Как говорил Анатолий Иванович, мы все что угодно изучаем, обращаем внимание, там что-то там работаем над чем-то, кроме как над самим собой. Познай себя, все внутри тебя, весь мир, все знания, все силы, все возможности внутри себя. Познай себя, раскрой их. И вот Самодумову удалось хорошо себя раскрыть. Вот 6,5 тонн он штанга на поясе оторвал. Ну, этот вес. Фух. Выдохся. Это огромнейшая энергетика, которая позволила ему так просто, легко и просто стать... лучшим целителем России, по-моему, там с 2009 года, там плюс еще 3 года. То есть лечение биоэнергетикой. Но я не собираюсь никого лечить, я собираюсь для себя вот этим делом заниматься. Конечно, что после каждой тренировки происходит перестройка тела. Особенно, когда ты поднимаешь все больше и больше. Чувствуется, что перестраивается костная ткань, перестраиваются суставы. У меня вот суставы коленные побаливали. Потом все это прошло. Когда веса возросли, я почувствовал, что вот самая большая нагрузка действительно приходится на стопу. Начала болеть стопа. Ну, то есть, как она болит? Как вот после тренировки, после работы, когда в ней происходят изменения, вот идут какие-то изменения приспособительные, она так вот должна укрепиться. Не так-то все просто, как будем говорить, вот говорится, там показывается. Но тем не менее,
я занимаюсь, и вот я нашел для себя, как, кстати, и многие другие, которые имеют свежий взгляд на систему раскрытия своего собственного потенциала, вот эту вот гимнастику. За ней, конечно, огромное будущее. И я занимаюсь. Я в этом вижу. Хорош. Ядрена вещь. Можно так сказать, бескрайние возможности. Как говорил Юрий Петрович Власов, силу, как и разум, можно развивать бесконечно. И в этой гимнастике как раз соединяется возможность развития вместе с силой и разумом. Разум помогает повысить силовые результаты. Силовые результаты, в свою очередь, вот эти, они как бы умственные, говорят о том, что ты можешь управлять возросшей энергетикой, и получается интересный эффект.